Всем привет, Mazda Demio. Кому интересно, может быть, вот это вот разъем, это у меня разъем с датчика скорости автомобиля. Искал я этот датчик скорости, ну, может, кому-то будет интересно, вот так же человек раз и найти не может, где датчик скорости. А датчик скорости у нас вон там он, надо залезть с ямы. Я вот сейчас вот опущу сам провод туда вниз. Вот так вот. Вниз опущу. Одевать его буду, скорее всего, с ямы. Опа. Па. Где тут у меня датчик скорости? Ага, вот он тащит второй конец. Сейчас я повешу здесь аккуратненько. Приаккуратненько свой светильник. Надо же, отвалился в этот момент. Вешалка у меня отвалилась, куда упала, неизвестно. Ну ладно. Вот смотрите, я нахожусь под низом Mazda Demio. Вот она, коробка передач. Вот она. Вот датчик скорости. Вот от нее торчит. А вот тот вот дальше разъем, это тот, который я опустил сейчас сверху. Как же приспособить-то его? Ну, вот так вот. Вот он разъем. Вот он, видите, это вот верхний. Это вот сам датчик скорости. Товарищ говорит, менял уже два раза, не работает. Ну, это другая история. Поэтому одеваем. Вот так вот. Одели. Так вот, чтобы видно было. Все. А теперь. Ага, вот он мой. Вот он мой этот. Штырек. От лампочки. Вот он. Вот он. Ну все, это я снял для тех, кому интересно, где датчик скорости на Мазде. То есть, если мы по ходу движения с правой стороны коробки передач, ближе к двигателю. Вот здесь, вот смотрите, выхлопная труба. Вот она. Вот она. Полуось, и вот он рядом с полуосью. Видите? Это датчик скорости автомобиля. Mazda Demio. Ну все. Всем пока!